Пройти вакцинацию в разгар приемной комиссии в образовательных учреждениях не просто необходимость, а обязанность каждого работника, говорит сотрудница Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна Марина Янькова. Как только в учебном заведении открылся прививочный пункт, женщина сразу же подумала о постановке первого компонента вакцины, так как ее маркетинговый отдел также примет участие в приемной кампании этого года и будет работать с абитуриентами. Безусловно, это очень удобно, потому что это без отрыва от производства. Мы поднялись со своего рабочего места, пришли сюда в медпункт, заполнили все необходимые документы, нас встретили очень тепло и радушно, и, конечно же, мы дальше идем продолжать работу. Точку для вакцинации в стенах колледжа организовали в медпункте, куда специально пригласили специалистов из ближайшей поликлиники для проведения осмотра, консультации с желающими и постановки вакцины. Каждому сотруднику и учащемуся, кто получил прививку, выдали сертификаты о прохождении вакцинации, как полагается во всех прививочных пунктах. В этом документе указаны наименование, серия и номер вакцины, а также дата ее постановки. У нас появилось вот на сегодняшний день 31 человек желающих. Это педагоги, сотрудники и 18-летние студенты. Пока студентов немного, но в хорошем смысле слова сарафанное радио обязательно сегодня пойдет, что это абсолютно не страшно, не смертельно и, самое главное, организовано на территории родного дома, в колледже. Перед началом вакцинации со студентами, педагогами и сотрудниками колледжа специалисты Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики провели лекцию, во время которой ответили на интересующие вопросы и рассказали о важности и пользе прививочной кампании против COVID-19. От того, как мы сейчас привьемся летом, в общем-то, зависит от того, что будет осенью и когда будут отменены все те антиковидные ограничения, от которых, конечно, мы немного устали уже. На сегодняшний день в Самарской области более 423 тысяч человек получили вакцину от коронавируса. Цель прививочной кампании – поскорее сформировать коллективный иммунитет. Только в этом случае инфекция перестанет распространяться. Сделать прививку от COVID-19 можно добровольно и бесплатно как в медицинских учреждениях, так и в мобильных пунктах вакцинации. С собой нужно взять паспорт, СНИЛС и полис. Медики напоминают, особенно важно прививаться пожилым и людям с хроническими заболеваниями. Это поможет избежать тяжелого течения болезни и осложнений. Михаил Ермоленко, «События».